знаменитого спортсмена Серика Сапиева. Добро пожаловать! Мы благодарим нашего чемпиона, что он поддержал нас. И это, я думаю, стимулирует, мотивирует наших молодых спортсменов, и не только боксеров, всех спортсменов заниматься спортом и достигать высоких вершин. И на своем примере наши чемпионы, как Серик Сапиев, как наш Геннадий Головкин и многие-многие наши спортсмены показывают, что только благодаря труду, занятиям над собой и стремлением вперед можно достигать больших высот и поднимать наш флаг независимой страны высоко-высоко на мировой арене. Поэтому пусть будут выходить среди нас тоже чемпионы. И просто надо любить спорт. Поэтому позвольте вас поздравить с этим великолепным праздником, с Днем Единства Народа Казахстана. Пусть будет в нашей стране мир, единство, стабильность, о чем говорит наш президент. Поэтому с 25-летием, с праздником вас, дорогие друзья! Мереке кутты болсын, арай! Құттықтаусыз, Олимпиада ойындарының чемпионы, Вэлла Баркер Кубының егері Сапиев Серік Жуанғалиұлына беріледі. Слово для поздравления предоставляется олимпийскому чемпиону, обладателю кубка Вэлла Баркера, Сапиеву Серику Жуманғалиевичу. Құрметті қатысушылар, осы оралға келіп, осы үш жылда қатысып отырғаныма өте қуаныштым. Осы үш шаралар көп болсын. Ұйымдастыруыңызға Батыс Қазақстан облысына рахмет айтамыз. Біз спортшыларымыз әрқашан қолдаймыз осындай үш шаралар. Я хотел бы поблагодарить Акимат Западно-Казахстанской области за организацию такого спортивного праздника перед Днем Единства Народов Казахстана. Конечно, такие мероприятия только способствуют укреплению, дружбе, наших отношений, нашему единству, как сказал Алтай Сидирович. Вот. Всем успехов! Почаще бы такие марафоны проводиться, спортивные мероприятия, которые укрепляют дух, патриотизм наших граждан. Всем успехов! Спасибо! Құттықтаусыз, спорт ардагері, Батыс Қазақстан облысының велосипед спорт федерациясының президенті Шураев Асқар Ишанұлына беріледі. Слово для поздравления предоставляется ветерану спорта, президенту Федерации по велосипедному спорту Западно-Казахстанской области Шураеву Асқару Ишановичу. Мына үлкен, үлкен бүгінгі спорт және велосипедистердің үлкен мейрамы. Сонымен құттықтап қоюға рұқсат беріңіз. Және келіп қалған биылға 25 жыл дерміз ел болдық. Сол мейраммен құттықтап барыңызды. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Екінші